Екатерина Валерьевна, вы у нас впервые избирались в горсовет, новичок в политике. Ну, первый вопрос традиционный совершенно. Почему вообще вам такая мысль в голову пришла? Чего вы хотите от депутатства? Чего хотите достичь? Ну, сказать, что я, как мать Тереза, буду помогать людям, ну, этого я не могу сказать. Я собираюсь делать именно дела. Дела собираюсь делать. У меня... Как вам сказать, очень волнует, что когда я вижу проблемы людей, которые не могут никак решить. Ну, какого рода проблемы? Это ЖКХ, это социальные? Это разные проблемы. Ну, допустим, можно начать с ЖКХ. Вот он, машины у нас попадают в колодец, он очень у нас заглублен, колодец. И люди не могут добиться, месяц-два туда идут. Один мой звонок, через два дня они приезжают и это делают. То есть дела конкретно. Депутата он работает? Он работает. Я попросила урны для своего двора, например. Тут же. Конечно, вначале это с агрессией немножко идет. Со стороны коммунальщиков. Да, со стороны коммунальщиков. Но когда начинаем находить какой-то нормальный общий язык, и я говорю, что я не собираюсь на вас сейчас прям с лету писать в какие-то инстанции, в прокуратуры, я сначала пытаюсь с вами договориться. Давайте пойдем друг другу навстречу и будем выполнять просто то, что, в принципе, вы должны выполнять. Это ваша работа. Есть такая работа, которую они должны выполнять. Перечень целый. И тогда как-то идут навстречу, и действительно можно позвонить, обратиться. То же самое и в поликлинике. Можно нормально договориться, и уже помогут. Скажите, вы, ну вот это была первая для вас, первая же, да, избирательная кампания? Да. Ну вообще политика такое дело довольно грязное, бывает иногда. Вот как вы оцениваете результат, не результат, а ход кампании, ну и может быть результаты. То есть вот во время борьбы за депутатский мандат вам пришлось как-то столкнуться с чем-то вам неприятным? Чем-то неприятным. Я об этом не задумывалась. Я пошла и просто пообщалась с людьми. И у меня внутри было такое, вот если я пройду, значит, наверное, так угодно Богу, и я какие-то действия буду принимать. У меня не было такого, что куда-то ехать, кого-то подговаривать, уговаривать. Я назначила себе 10 встреч, вышли нормальные люди, бабушки, дедушки, которые, со своими проблемами. Я не обещала им золотых гор каких-то, а просто сказала, что я вижу вашу проблему, давайте я ее запишу, я очень ее постараюсь решить. Какой-то грязи такой на выборах, наверное, я за этим не следила, и поэтому мне было все равно. Поэтому я ее не заметила. Мне рассказывали что-то, что кто-то там пытается и подтасовать какие-то голоса, и кому-то кто-то переезжает, и по ночам приезжают, и что-то там угрожают. Но я настолько далека от этой темы, что я ничего не делала вообще в этом плане никак. Скажите, пожалуйста, вы ведь баллотировались от «Справедливой России». Но я так понимаю, вы даже не член этой партии. Ваши отношения с этой партией как? И как вообще вы там оказались в этом списке? Мне предложили выдвинуться от «Справедливой России». В партии я не состою. Я посмотрела, что это за партия. Я поняла, что они социальным вопросам очень много времени уделяют. Какие-то у них идеи очень неплохие они продвигают. Вот Миронов про пенсионный возраст недавно писал, что, а может быть, все-таки вернем то, что было. Не будем так прибавлять пенсионный возраст. Это мне показалось близко мне. Поэтому я сказала, хорошо, я выдвинусь, но в партии вашей я состоять не буду, потому что я свободный человек, и я не хочу, чтобы вдруг какая-то партия на меня давила в каком-то решении. В партии вашей или вообще в какой-либо? В какой-либо я не буду состоять, потому что я не хочу, чтобы на меня давили. Я хочу сама принимать решения. Я просто знаю, что в некоторых партиях идет давление, что оно бывает. Да, партийная дисциплина. А вдруг это против моей совести? И я нормально спать не смогу, я такой человек. А вот отсюда и вопрос, кстати. Вы решили создать объединение, вы, я имею в виду, вы и еще 4 депутата горсовета от Компартии и от «Справедливой России», так называемое «Народовластие». Да. То есть такая мультипартийная группа оппозиции, скажем так. А вот там у вас как строится? То есть там вы свободны в принятии решений, там нет никакой дисциплины? Да. На каких условиях вы объединились? Мы объединились, потому что у нас есть общие идеи, общие интересы, мы какой-то план, мы видим что-то, хотим помочь.
и по детским площадкам, и по домам культуры. Сейчас же очень проблема в воспитании идет, уже с малолетства. Не занимаются ни воспитанием детей, они кидают эти бумажки. Вот я говорю, мы убираем собак, вот собака ходит рядом, и я убираю. Просто с машины выходит ребенок и бумажку кидает, и родители никак не реагируют. Это уже говорит об отсутствии какого-то воспитания. И в театр, почему они вот на сказках воспитываются дети? Им нужны эти сказки, иначе у них нет представления. Сейчас телевидение и СМИ, они так много вытаскивают вот всей вот этой грязи, которую дети смотрят, что вот этот маньяк, он там кого-то убил, и вот как он себя чувствовал, и ребенок думает, о, он, наверное, такой популярный. Вот, и когда их спрашиваешь, а кем вы хотите стать, я хочу стать блогером. Вот это что? То есть получается, вот оно все ниже, ниже, ниже идет, вот это вот понимание, когда нам говорили, надо стать медиком, надо врачом или учителем, космонавтом, да, вот оно все равно было какое-то понимание, и отсюда человек был немножко другой. Хотя недавно я столкнулась с таким, что люди в возрасте начали мне написывать не совсем такие приятные вещи. Это и в те времена тоже было, просто сейчас более массово уже. То есть, например, когда «Единая Россия» большинством проголосовала за 25% за повышение тарифов, я была против этого. Но я была на больничном, у меня был ковид, я спокойно могу об этом сказать, да, и довольно тяжело я его перенесла, но дома. И получается, я не голосовала, а люди, не разобравшись с ситуацией, начинают, то есть, писать вот такие вот длинные посты, что «Ах ты, да ты такая, на ты». И когда я сообщаю, что «Ребята, я болела, меня не было там», никаких извинений не последовало. «А, понятно, надо было иммунитетом своим заниматься». Вот и все. Вот, ну, это, кстати, культура. Мне интересно, что на первом заседании городского совета, когда избирали председателя, Павел Семенович Коровин, наш долгожитель политический, я так понимаю, ваш единомышленник во многом, он говорил, что политик должен быть готов к тому, что в его жизнь будут лезть, что на него будут выливать ушаты грязи и прочее. И вот, ну, мой опыт подсказывает, что так оно и будет. И комментарии, допустим, к тем же интервью с депутатами, они очень часто очень-очень неприятные. И некоторые ваши коллеги поэтому не хотят к нам сюда приходить, потому что потом не хотят открывать комментарии. Вы как к этому относитесь? То есть вы отдаете себе отчет, что действительно много нового о себе узнаете? Ну, не о себе. Это вот людское представление обо мне. Нет, их представление обо мне. Поэтому я не оскорбляюсь вот на то, что они пишут. Я просто, меня, как вам сказать, до глубины души печалит то, что бескультурие вот это вот. То, что они вообще позволили себе это написать. Почему они нормально не спросили? Екатерина Валерьевна, объясните, пожалуйста, а почему вы вот проголосовали против? Объясните нам, почему вы на такой шаг пошли? Ведь нам так трудно, как людям, это сейчас поднять и платить вот эти вдруг сразу 25%. Почему до этого вообще довели? То есть начинается сразу с агрессии, с оскорбления, люди не разбираются. Я такой человек, что я не могу обвинять кого-то, я не хочу, а кто я такая? Я что, судья? То есть я сейчас не буду обвинять Единую Россию, что они за это проголосовали. Они, может быть, свято верят, что сейчас обновятся у нас все трубы, все коммуникации, вот после того, что они сделали. Но у меня немножко другое, потому что мы увидели, что с природой не совсем это пошло. Но опять же, нельзя отрицать факта, что, может быть, с этим и получится у нас обновить трубы. Но почему за счет людей и почему так кардинально? То есть почему в другие года нельзя было как-то это решить? Ну хорошо, вы не можете без людей справиться, но тогда 5% в год им начислите, чтобы им не было вот так вот, как снег на голову. А сейчас дотянули вот до этого, и получается, кто дотянул? Ну кто там и был, и половина там и были, и сидели. Это те депутаты дотянули, какие-то там. Так вы там тоже были, половина. Понимаете? Или ваши коллеги, которые в эту же партию входили, вы тоже там были. Почему вы, когда вот петух жареный не клюнул, а теперь люди расхлебываетесь? Конечно, у них пойдет агрессия, у них пойдет эта волна, эта злость пойдет. Как так? Мы и так по помойкам здесь сидим, а нам теперь 25%. Я и понимаю и ту сторону. И еще вопрос последний, тоже традиционный. Скажите, каким вы видите будущее Орска, ну, скажем, там в перспективе лет 20? Вот что с ним будет лет через 20, как вам кажется? Во что он превратится? Или не изменится?
Ну, почему? Если каждый человек приложит какое-то усилие, вот я же говорю, основная тема – это не уважение и не любовь. Если каждый человек задумается о том, что не надо кидать бумажку, о том, что надо адекватно разговаривать, как-то находить какой-то компромисс, какое-то решение, а не ором, криком, оскорблениями, то, может быть, это и пойдет. Но это депутаты должны тоже демонстрировать, а не обвинять друг друга, не орать и говорить, что сами справляйтесь со своими проблемами, не доводить, не ставить людей просто перед фактом, что вот вам платить, а все-таки разъяснить очень подробно и хорошо, почему мы не смогли действовать, простите нас, что мы этого не сделали. Вот тогда Орск, может быть, и ждет какое-то светлое, хорошее будущее. Все, спасибо. Спасибо.